прекратили границы, приехали мы до Белоподляски. То было, как до нас мовили, ну, по-польски мовили, и мы не могли разуметь, что было очень трудно. А так, как мы мешкали в Бжещи, то мы по телефону учили такой трохи и язык. Так, до видения, дякую, уж видели, какие есть такие слова. Ночевали мы на земле, то было так и падал трохи дождь, но так и ночевали там. Вемы, то есть было зимно тоже, но так и самое справа, как приехали, я так мысли, то есть, вешь, кто ма проблемы там в своем крае, то те люди учека с тем крае. Матка была тут в процедуре, и дети были на границе белорусские. И я поехала по тех дичеков до белорусские. И все удалось. Так. Теперь они есть тут в Польше, те дети с мамой разом теперь. Так, очень подобало, было супер, файно, так и, конечно, спокойно. Не было так и застрессовано, а так спокойно себе робила та же, это было супер. Дякуємо вам дуже теж за запрошення.